Опять возвращаюсь я к своим рисункам, которые я нарисовала за неделю, за свежую, вот эту последнюю. Вот рисуночек первый называется «Их богатые земли». «Их богатые земли». Попался мне такой сюжетик. Горы, сады с высоты птичьего полета. Она маленькая такая, небольшая, наверное, где-то 20 на 30. Это я к тому, что маленький такой вот, вот маленький сюжетик, а вот тронул меня. Теперь вот еще вот все миниатюрочки мои. Эта пчелка летит. Пчелка летит к букетику. Этот карантин уже замучил, поэтому вот так спасаемся рисунками. Так, дальше моя картиночка такая, цветущая веточка вишневая. Подарил мальчишка мне веточку вишневую. Для меня он песни пел каждый вечер новые. Однажды рассказал про свою любовь. Я ответила, что мне нравится другой. Так, из старых песен. Вот такая вот миниатюрочка. Вот ничего нету, да? Но вот это вот такая вот картиночка в руках, которую я нарисовала. Она такая миленькая. Следующая. Вот достаточно много, очень много я нарисовала. Вот это моя любимая. Тоже миниатюрка. Все это, когда пройдет карантин, оденется в рамы, и я выставлю ее в зале галереи «Ларус» мастерской. Вот где, ой, коронавирусные такие картинки. Я теперь поняла, что это летает. Это коронавирусы летают. Так, теперь вот утро в карантине. В чашке с кофе стоит чаш, ой, в чашке с кофе стоит ложка. Вернее, в этой чашке находится ложка и кисти. Вот, запуталась я совсем, что там стоит, что там лежит. Вот еще такая вот «Время любить». Потом еще одна. Тоже. Называется «Растерянная весна 20-го». Так, ну пошли. Прованс. Тоже такой грозовой. Так, дальше. Вот я вот вытащу. Ой, сколько много их тут. Вау. Так, это «Маленькое лето». Так, это еще было до... Весна была до карантина. Тоже до карантина. Это в карантине нарисовала такой вот пейзажики. Вот это мне нравится. Стога. Вообще у всех великих художников есть именно такая тема. Но я решила тоже немножечко, так сказать, эту тему завоевать и привнести в свою работу. Так, вот талия. Талия такая. Акварель. Так, вот тут. Это ж сколько будет картин? Ой, мама родная, это ж они оденутся в красивенные рамы, Сережа их оденет. Паспарту. Какие будут красивые. Ручей. Моей подружке нравится ручей. Так, дальше у нас тут что?
Ага, вот такой домишко заброшенный. Опять какой-то пейзаж. Не наш, не наш. Так, вот. Такая вот маяк, рассвет. Опять вот идет осень. Она не спросит, осень, она придет. По опустевшим скверам медленно побредет. Так, а вот веселая картинка Прованс. Вот такая. Следующая. Вот, пожалуйста, маленький такой пейзажик. А вот опять это вот такой маленький-маленький пейзажик. Где он тут? Он вот там. Такой манюпусенький, видите? Наподобие этого. Так, следующий. Домишки Прованс. 5 лет. Лето, ах, лето. Лето звонкое, звонче пулы. Так, это до карантина двое. Кстати, очень интересная такая. Иногда наперед знаю, что эта картина будет иметь успех. Так, это вот тоже такая девушка в белом. Так, а дальше что? О, вот дождь. Дождь. И велосипед. Это я вот на прошлой неделе нарисовала. И всего у меня образовалось, а это в 2007. Вот такой. И всего у меня получилось 35 миниатюр. Ура, ура! Класс!